Каких только сел нет в нашей с вами огромной Самарской области. Вот сегодня мы приехали в Рязань. В какую еще Рязань, скажете вы? Мы же в Самарской области. В какую? В большую, отвечу вам я. Большая Рязань сегодня стала точкой притяжения программы «Пришельцы из города». И мы начинаем. Вперед! Дмитрий Анатольевич, расскажите вот про современное село. Наше сельское поселение основано в 1670 году. В сельское поселение Большая Рязань входит три села. В Большой Рязани 752 человека. Чем здесь сегодня здесь люди занимаются? Это сельское хозяйство или это, может быть, какие-то там подсобные личные хозяйства? Что? Ну, вы знаете, много у нас и личных подсобных хозяйств. Угу. Люди занимаются скотиной, также есть у нас и несколько ферм, которые, значит, также разводят сельское хозяйство. То есть также у нас, в принципе, да, в Большой Рязани работает хорошая школа, работает прекрасный садик. Но вся инфраструктура у нас имеется, несколько магазинов. А вообще много здесь детей, молодежи? Но на данный момент в школе у нас обучаются, в нашей средней школе у нас обучаются 62 ребенка, а в садике у нас 42 ребенка. Есть такое, что люди переезжают сюда? Да, вы знаете, в последнее время, значит, приток у нас имеется. Хоть и небольшой приток, но он есть. Ну вот что, как они для себя объясняют, почему вот именно сюда к вам переезжают? А вы знаете, как это все, значит, разговаривал неоднократно с людьми, и получается так, что вот человек жил в городе, в Тольятти. Из города он переехал в подстёпки. Он говорит, я переехал в село, поставил там дом, построил хозяйство, все. А теперь получается, что я из города переехал в город. Вокруг все застроилось и все. А он говорит, я хочу принципиально жить на селе, на свежем воздухе, ходить, гулять спокойно, чтобы как можно поменьше людей. Ну, то есть, тишины, спокойствия. Тишины, спокойствия, да, совершенно верно. И вот здесь они это находят? Да, очень многие приезжают сейчас, да, очень многие приезжают, интересуются жильем. Жилье продается у нас, да, но не так много. Вот. Но еще есть варианты, еще есть возможность переехать в Большую Рязань. Есть возможность, милости просим, давайте, пожалуйста. Берем на заметку. Здравствуйте. Здравствуйте. Я рада вас приветствовать в Музее истории сел Ставропольского района. Это мы пришли в зал «Русская изба». Русская изба. Ну и, конечно же, здесь мы поговорим о том, что когда основалась наша деревня. Она основалась в 1670 году. Это были переселенцы из Переславля-Рязанского, беглые крестьяне и монахи. Трудно, конечно, представить, что раньше здесь был дремучий лес. Но так на месте как беглые, деревни. Вот, да, все вот эти вот деревни, все это, вот все эти деревни наши, все это было дремучий лес, но можно было, раз беглые, нужно было прятаться. То есть можно было спрятаться. И выгодно было то, что очень близко находилась пресная вода, можно было вырыть небольшой колодец и пользоваться водой. И еще у нас есть здесь, конечно, много источников. В нашей Большой Рязани есть святой источник, то есть место святых источников, где находятся два святых источника. Это Всецарицы и Антония Феодосия. А много вообще людей приезжает на эти источники? Очень много паломников приезжает. Даже говорили о том, что в 2000 году из Тольятти туристы ездили в Иерусалим. И там старый монах сказал, что вот у них там тоже Всецарицы источник есть. Он сказал, что такой же прям по составу есть вот в Самарской области, в Большой Рязани. А приезжают сюда только из Самарской области или можно увидеть гостей? Нет, это всюду. И в Большой Рязань, и на источники, и к нам в музей приезжают со всей России. Раньше даже из зарубежья приезжали.
Иностранные тоже были туристы. Вот переехали сюда переселенцы, да, на это место. Угу. Вот как вообще долго они устраивались здесь? Наверняка же здесь не сразу такое вот большое село появилось. Конечно, нет, конечно. Долго устраивались. То есть потом потихонечку начали заниматься земледелием. Кстати, наше село Большая Рязань входило в отчин графа Орлова, которое, поместье которого находилось в районе Усолья. Mm-hmm. То есть это была его отчина. Вот. И занимались хорошо гончарным делом. То есть наше село было гончарным. То есть занимались. А вот эти вот посуду. Это вот традиции, эти вот инструкции, как я не знаю, вот гончарное искусство, это все передалось, ремесло? Сейчас кто-то этим занимается на селе или это уже утеряно? Хотелось бы, конечно, сказать, что да, но, к сожалению, нет. К сожалению, нет, потому что даже когда открылся наш музей, ни одного даже гончарного круга не осталось. Потому что, ну, представьте, 350. А последнее года. Упоминание, вот когда вот вам удалось найти это, вот когда здесь жили последние ремесленники? Именно гончарные? Да. Ну, плюс-минус, там не обязательно конкретный год, где-то, может, годы. Да, где-то, наверное, конец 18-го, начало 19 века. Угу. То есть вот это вот, да. Именно вот и село-то было, его и называли гончаром, то есть оно много было гончаров, но, к сожалению, все это ушло в прошлое. Чем еще занимались? Вот гончарное искусство, понятно, ремесло. Что еще? Валянием занимались. Угу. Прям долгое время занимались. Где-то даже вот 70-е, 80-е года, именно 20-го столетия еще были мастера, которые этим занимались у нас здесь в селе Большая Рязань. Мы сейчас стоим в русской избе и в деревне, да. И в настоящей такой русской глубинке, можно сказать. Расскажите, сохранились ли какие-то традиции, может быть, какие-то совсем древние, которые все-таки в деревне еще чтят? Вот есть ли что-то такое коренное, что никуда спустя время не девается? Традиции такие прям коренные. Ну, я думаю, еще немножечко сохранились по поводу свадеб. Угу. Хотя уже мы отходим от этого, они более современные. А что конкретно по поводу свадеб? То есть вот все-таки в деревне у нас еще не, ну, это не прям не 100%, но все-таки еще сохранилось. Вот, например, вы знаете, да, свадьба – это знакомиться с родителями. Когда потом выкупают девушку, вот этот вот обряд выкупа, то есть вот это вот хлеб и соль, то есть вот это вот немножечко, наверное, еще сохранилось, хотя уже, к сожалению, все меньше и меньше. Уходит. Да? Я вот рассуждаю, как типичный городской, может быть, житель. А мне вот, допустим, когда хочется поехать куда-то в деревню, там, может быть, на какой-то отпуск, там, на неделю, на пару дней, всегда привлекает вот эта вот русская, как деревенская самобытность. Да, вот тот же, там, попить чай из самовара, да, вот это вот сохранить, вот это воссоздать, вот прикоснуться к этому. Есть ли такое ощущение у местных жителей, которые каждый день живут в деревне? Или для них это уже, ну, как бы, ну, есть и есть, нет, уже, как-то, ну, уже это не имеет значения такого. Возможно, это вот, знаете, не вот так вот, есть и есть, нет. Просто они так привыкли. Вот, кстати, вот про самовары я хочу сказать, что сейчас очень часто люди даже спрашивают, например, там, где приобрести, потому что всем хочется вот этого спокойствия. Ну, вот это вот мода на это возвращается. Да, да, возвращается. Ну, у многих уже в домах есть самовары, и вечером выйти, допустим, на веранду или в сад и посидеть, попить чай. Вот это вот здесь возвращается все в самовары? Да, да, да. Во дворах местных? Да, ну, не, конечно, не в каждом. Ну, понятно, не в каждом доме, да, но тем не менее это возвращается. Конечно, мы как любой восторженный гость не можем уйти без отзыва. История нашего села связана очень с многими легендами и сказаниями. И даже ворота в нашем музее тоже имеют свою легенду. Это солнце и луна, да? Солнце и луна, посмотрите. Когда-то парень был влюблен, давным-давно парень был влюблен в девушку, но ее отдали замуж за другого. Он никак не мог, страдал, переживал.
И однажды ворота между пользовались постоянно, то есть это был атрибут не так вот, что он стоит и красиво, то есть в каждом там подсобном хозяйстве, да, он ворота построил не себе, а в доме там, где жила эта девушка, которая вышла замуж. И он сказал: вот на воротах луна и солнце, если мы с тобой не можем быть вместе, то вот именно вот это вот, когда будут створки закрываться, это как мы с тобой будем соединяться, как луна и солнце в какой-то момент. Мы с тобой как луна и солнце не можем быть вместе, а вот на воротах мы с тобой вместе, на твоих воротах в твоем доме. Красивая легенда. А кто делал ворота-то? А ворота сделал наш мастер золотые руки солдатов Петр Николаевич. Кто самый умелый на дворе? Какие песни поются в Большой Рязани? Что за люди так сильно любят свое родное село? И какие еще традиции чтят? Об этом и не только смотрите во второй части программы «Пришельцы из города. Большая Рязань». Место с богатой историей. Некогда гончарное село. 5 веков назад в лесу обосновались переселенцы из Рязани. Так и появилось село, овеянное легендами и реальными историями исключительных случаев. Мы продолжаем исследовать Большую Рязань Ставропольского района. Поехали! Ну а какие песни поют в Большой Рязани, уже немножечко слышно. Пойдемте послушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Коллектив наш называется «Вокальный ансамбль Рязаночка». Образовался по инициативе наших же женщин, также и работников. Когда образовался? Также работников культуры 5 лет назад. Так, можно сказать, в 24-м году уже у нас такой маленький юбилей. Первый юбилей, первый самый юбилей, приятный. Да. Принимаем участие во многих мероприятиях. И Большой Рязани, и выезжаем с концертами в соседние деревни. Принимаем много участия в конкурсах, фестивалях районных. Все свои работы оставляют дома и приходят сюда всегда вовремя, ответственно относятся к нашему делу. Почему появилась такая инициатива вот создать коллектив? Ну, у нас в деревне очень любят петь женщины, особенно когда. Вот в такие холодные, можно сказать, зимние вечера. И у нас сначала образовался небольшой коллектив. В составе было всего 3 женщины, потом 4, потом друг по другому узнаем, добавляемся. И сейчас у нас действующий ансамбль 8 человек. Ну, в данном случае мы 6-м сегодня будем выступать. Вот. Потому что любим петь, потому что любим радовать людей своим творчеством. Но это, можно сказать, наша вторая жизнь. Поэтому песня, она же всегда была душа народа. Прекрасно. А вообще в деревне принято было петь вот до того, как создали вот коллектив? Где-нибудь, может быть, на улице, на празднике, вот собирались, пели, вот было такое? Поем. Конечно, по-моему, это было всегда. Кто-то, может, хочет добавить что-то, рассказать? Мы вот собираемся на улице, на балкон выходим и поем свои песни. А песен у нас репертуар вообще огромный. То есть можно здесь... даже на улице услышать вашу песню? Да, можно. Какое у вас певучее здесь? Особенно на Молодежной улице. Мы поем, а на другой день спрашивают, а кто там так красиво пели-то? У вас весь январь, правильно? Весь январь. Выступать и выступать. Рождество – это обязательно. Это колядки, рождественские песни будем петь. Конечно. Вы ходите? Мы не успеваем. Вот это осталось, то, что ходите? Есть у нас, да, мы своим ансамблем наезжаемся и ходим, поздравляем наших сельчан прямо по домам. Кто столы накрывает, кто так угощает, все рады. Здорово, вот эти вот традиции все осталось. Да, и мы все рады, и кто нас встречает, тоже мы очень этому рады. И молодежь вот это вот все перенимает? Вот это и молодежь подключается, и своим ансамблем, где-то молодежь, где-то дети. То есть стараемся традиции сохранять нашего русского народа, да. Пою тебя, дышу.
Пели, и сразу вот перед глазами в мыслях ваша деревня. Вот мы заехали, вот прям Русь Русью, такая настоящая Русь. Расскажите, как давно вы здесь живете? Я вот живу здесь 40 лет. 40 лет? Да. Расскажите немножко про свою деревню родную. Ой, вообще-то сначала очень было дружно, хорошо. Ну, а сейчас друг дружку-то больно-то... Не... Уже не всех только знаете? Вот, да, всех знаем. А всех знаете все-таки? Работали вместе. И гуляли вместе, и трудились вместе. А трудились как тяжело. Я вот, например, дояркой работала сначала, потом 15 лет бригадиром работала. Это такой тяжелый труд, а все хорошо, весело трудились. Это вы, получается, во сколько вставали, расскажите? Сейчас не все знают, во сколько вставали доярки. В 4 утра, каждый день. В 4 уже мы должны на работе быть были. Это же в 3 часа как минимум нужно подняться. Вот 2 смены работали. С 4 до 12, с 12 до 8 вечера. Вот, а детей из садика забирали уж мужья, а мы трудились, работали. И еще плюс огород, наверное, ой, какое-то огород, личное хозяйство. Дома скотина. Скотина дома. Да. Колхоз был, а сейчас уже колхоза нету. Ну, индивидуально вот эти, как это, приниматели. А вообще много кто там скотину держит сейчас? Да, вот есть такие хозяйства? В деревне тоже есть, по-много держат. Нет, ну, мало этих хозяйств таких. Ну, коровы-то есть здесь? Есть. Вот у нас Люда Герина, она предприниматель, она держит свое хозяйство. Это вы? Да. Ну и как сегодня держать хозяйство? У нас свои мучи, свиньи, куры, все свое. Сложно? Собаки, кошки. Ну, конечно, рано вставать неохота иногда. Слушайте, ну вот... Каждый день праздников нет, выходных нет, вставай, иди, скотина же не будет голодной стоять. Но какая деревня без скотины, с другой стороны? Да, без скотины тоже. Деревня не может быть. Я работаю учителем в нашей сельской школе. И совсем недавно, в том году, к нам приехала молодая пара с тремя детьми. Люди жили в Америке, на Кипре. Дети у них практически чуть ли не свободно на английском говорят. И папа говорит: вы знаете, вы счастливые люди. Потому что просто выйти в свой двор, даже пусть он не приносит никаких больших доходов, там эту траву посмотреть, цветочек это. Вы представляете, говорит, вы просто счастливые люди. Вы живете в чистом месте, у нас заповедник Самарская Лука, рядом Волга. Вы, говорит, не представляете, какие вы счастливые люди. Это говорят люди, которые объехали, ну, наверное, ну, немало мира, стран. Да, и вообще, мы действительно нашли здесь почувствовали себя еще счастливее. Да, а кто знает, вот, почему Рязань называется Большая Рязань? Почему? Откуда это вообще пошло? А здесь переселенцы были. Из Рязани? Да, да. В Рязань. Переселились, и вот как-то назывались... Это вот с той Рязани, которая в Москве, сюда переселенцы. Да. И назвали также Рязань, да, чтобы не забыть. Чем отличается от всех других? Ну, живем, наверное, долго. Потому что я вот после техникума по направлению сюда приехала. Я уже теперь, мне кажется, я уже здесь и родилась уже. 45 лет живем здесь. С 70-го года здесь. Ну, тоже практически. Тоже, да. Здесь как бы родилась уже. Да. На свое родное место, дом, родина, дом, да? Я же не представляю, где я буду, например, в другой деревне, там где-то в городе. Я не могу это представить. А были у кого-нибудь когда-нибудь мысли переехать в город? Нет. Ну, честно говоря, у меня сначала что-то было, потому что, ну, жизнь всякая разная. А потом, вы знаете, я вот такая счастливая. Я в город съезжу, дела свои поделаю, с такой радостью домой еду. Тепло, светло, воздух, ну, все родное. Поэтому у нас очень удачное расположение нашего села. Мы недалеко от города. Мы можем уехать в любую страну нашей, другой край нашей необъятной родины. Поэтому как вы сейчас хорошо сказали, когда я поеду из города домой. Вот это вот «домой» уже за все отвечает, то есть все объясняет. Сердце девичье залилось радостно. Какие мотивы, какие ритмы, какие голоса, да что там, какие люди здесь, в этой большой Рязани. Даже как-то потеплело внутри. Ну, снаружи, конечно, холодно, чего кого обманываю. Настоящий такой добротный русский морозец.
Поехали дальше. Здравствуйте. Меня зовут Мария. Я приехала из Самары, вот изучаю ваше село, Большую Рязань. Мне сказали, что вы тут один из самых активных жителей. Ну, активный, неактивный, ну, что-то делаем, конечно. Что делаете? Знаю, что поете песни, сочиняете стихи, музыку, сделали ворота местному музею. Правда? Ну, все правильно, да. Песни, стихи, сказки, музыка. На все руки мастер, получается? Ну, на все, не на все, но при необходимости делаем, что надо. Как так получилось? Вы здесь, во-первых, как давно живете? Я здесь родился и живу здесь уже 61 год. То есть это ваша вот прям родина здесь, прям вся жизнь? Это родина. Я уезжал, да, только в армию на 2 года отсюда и все. Потом закончил педучилище Сызранское, приехал здесь, работал в школе до перестройки. Ну, а потом уехал в Тольятти. Угу. Вот. А насколько в Тольятти уехали? До сих пор там работаю. Работать я уехал туда, я имею в виду. А живу я здесь постоянно. Ну, расскажите, вот чем это место удивительное, уникальное? Вот чем вообще оно отличается? Большая Рязань? Да. Ну, вообще, очень красивое место. У нас очень красивые места. У нас очень много интересных старых, допустим, колодцев. Есть овраги примечательные, про которые ходят всякие байки, были небылицы. Вот. Да, нам сказали, что очень много легенд у вас здесь с этим местом связано. Есть и легенды, и народ здесь очень хороший. Много улиц, много людей. А знаете ли вы всех тут? Или уже не с каждым знаком? Нет, сейчас я уже не скажу, что я знаю всех. Коренных жителей, да. Но а сейчас... много коренных вообще? Из вот коренных всех? Осталось, ну, 50 на 50 приблизительно так можно. Ну, тоже много так-то для современного села, вообще-то, если 50% коренные. Ну, где-то так, потому что очень много уже тех, кто приехал, кто из города, кто из других там государств в свое время купили здесь дома, живут. А что здесь находят такого для себя хорошего, что вот сюда переезжают? Места красивые? Что здесь хорошего? Да здесь все хорошее. Здесь хороший воздух, во-первых. Здесь у нас Волга рядом, Уса рядом. Город не так уж и далеко. Села, ну, как и другие населенные пункты, они не стоят на месте, они меняются. А вы здесь родились, и вы застали все перемены. Вот как изменилась Большая Рязань? Изменилась. Ну, здорово изменилась, конечно, Большая Рязань. Домов добротных стало больше намного. Я ведь застал еще, когда у нас здесь были дома соломой крытые. Ого! Да. Представьте себе, были такие дома. И я даже помню, как один дом у нас, соседка была, вот впервые этот дом покрывали толью, рубероидом. Даже не шифером, а вот толью, рубероидом. Вот. И это помню. Ну, село изменилось, конечно, и люди изменились. Как сказать, в лучшую, в худшую сторону. Я не могу судить об этом, худшую или лучшую. Есть люди хорошие, есть люди... И это во все времена. Да, такое. Как говорится, во все времена. Просто люди, как сказать правильно, люди не бывают хорошими или плохими. Есть люди, которые нам нравятся, а которые не нравятся. Вот и все. Ну что ж, друзья, мороз и солнце – день прекрасный, особенно для настоящей русской деревни, в которой мы сегодня и побывали. Большая Рязань – отличное место с огромной, богатой историей, традициями, которые бережно берегут и передают из поколения в поколение. Я надеюсь, что вам понравилась наша мини-экскурсия. Ну а сейчас пора отправляться в другие сельские цивилизации. Я надеюсь, что там тоже будет то, чему будет повод приятно удивиться. Ну что, отправляемся дальше? Вперед!